Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Red Dead Redemption. Они сделали ремастер игры. Говорят, улучшили графику. Постарались. И я, кстати, никогда прежде даже не смотрел видосиков по этой игре. Поэтому давайте с вами поиграем. А перед началом не забудьте поставить лайк, подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропускать новые видео и стримы, которые проходят на этом канале. Ух ты. Ничего себе, какие режимчики тут есть. Внимание, файл сохраняется. Что делать? А, то, конечно, его нет. Какое, может быть, сохранение, если я не играл никогда? Хорошо, спасибо. Я так понимаю, что они над игрой вообще не поработали. Они так чисто перенесли. Графику слегка улучшили и все. Кстати, знаете, что было? Описание все на русском языке. Как вам такое? Может, есть шанс, что GTA 6 выйдет с русским переводом хотя бы, с субтитрами? Может быть, ИИ нынче может все переводить? Может, и говорить могут, кто знает. Игра, кстати, так мало весит, что... Ну, после RDR 2, что мне аж показалось странным это все. Но я вспомнил... Экстренный выпуск «Курение полезно для здоровья». Экстренный выпуск читайте и не толкайтесь. Читайте в подробностях банда Билла Уильямсона. Кстати, напоминаю, что РДР это продолжение РДР 2. Как вам такое? Если вы вдруг не знали. Rockstar Games представляет. Ставили? Нет еще? В смысле нет? Давайте лайк ставьте. Тайм-аут. Я не понял, где мой лайк? А? Все, поставили? Отлично. Или нет? Ты поставил лайк? Забавно, что пейзажи-то те же самые, примерно. Лично я, миссис Буш, довольна, что в этот дикий край наконец пришла цивилизация. Всецело с вами согласна, дорогая моя. Мой папенька, первое поселение, сейчас смотрит на нас с небес и радуется тому, как мы могли этим детям надавали. Да, они лишились всей земли, зато им открылся путь в рай. Какие интересные темы затрагиваются в этой игре. Но святой отец, вы хотите сказать, если невинный не принимал причастие, он попадет в ад? Это же несправедливо. Хочу сказать, Дженни, что есть большая разница между невинным человеком и дикарем. Я никогда об этом не задумывалась. Да, они жили как звери, но теперь они счастливее. У нас не только появились автомобили, святой отец. Говорят, что в скором времени мы сможем летать. Летать могут лишь ангелы, Дженни. Нет-нет, выходит, что и люди тоже. Вы не слышали? В Канзасе один человек даже поднял машину в воздух. Сомнительно, Дженни. Сейчас поезд грабить будем? Судя по всему, мистер Джонс сменил губернатора. Не зря он так много говорит о наведении порядка в штате. Нейт Джонс? Да. Его родня сплошной деревенский сброд, приехавший сюда после войны. Не хочу никого судить, но нашим штатом не должно править столь мерзкое семейство. Безродные выскочки. Говорят, что Джонсы сколотили целое состояние. У него много друзей среди политиков.
Миссис Буш, не все решают деньги. Есть много вещей, которые нельзя купить. Но голоса избирателей, видимо, можно. Определенно можно. Дорогая моя, вы должны помнить вот о чем. Здесь для того, чтобы нести Слово Божие. Слово Божие и цивилизация — суть одно и то же. Это дары нам. Это возможность, наконец, жить среди людей, которые ведут себя достойно, не убивают друг друга и не мешают нам исповедовать свою веру. Я запуталась, Святой Отец. Порой невозможно понять, продиктован ли поступок любовью или ненавистью. Часто кажется, что между тем и другим нет разницы. Да, Дженни, не мудрено запутаться, но если что, просто спросите совета у меня. Разумеется. Вот мы и приехали, миссис Буш. Армадилло. Наконец-то мы здесь. Ну, дадут лошадку. Какой он грозный мужчина. Что я вам скажу? Пейзажи ничуть не изменились. Идите в салун. Точка такая на карте, как в GTA-шке. Удивительно, да? Здорово. Кстати, я читал, что кому-то не хватает взаимодействия в этой игре. Но неудивительно, какие взаимодействия на этой игре, если эта игра, извините меня, даже не года GTA 4, а мне кажется, гораздо раньше. Хотя... Ой, мужик, не падай, держись. Он даже падает, как в GTA 5. Мистер Мартсон! Мистер Мартсон, сюда! Там девочка с ним красивая. Вы должны быть Джон Марсон. Иногда. Я Джейк. Ваши друзья из Blackwater наняли меня вам проводники. Они мне не друзья, но все равно рад знакомству, Джейк. Лошади готовы ждут снаружи. Вот раньше развлечение было. Ну. Бухаешь, работаешь, в баре сидишь до девчонки. Ты понимаешь жизнь. То, что сейчас. Столько всего можно заниматься. Блин, я даже знаю это место, по-моему. Там слева должен быть полицейский патруль. Подождите. Я знаю это место. Это даже... Вот это полицейский департамент, да, вот. А, не, это Elden Grabs написано, кстати. Да? Очень похоже было. Да, теперь я путал. Ошибся. Это моя коняшка. Мистер, вы пешком пойдете? Да, пешком. Все, я знаю, как бегать. На выезде из города не гоните. Нет нужды. Отправляйтесь из форт что-то там. Ну и как быстрее скакать? Ну я так и нажму на лефт. Удерживайте лефт shift, чтобы ехать в текущей скорости. А, нажимать надо. Понял. Да я забыл. Брат, я забыл, как тормозить. По-моему, в RDR немножко по-другому. Ну, типа, нет низкой стадии скорости. Побежали. Давай, брат. Значит, нам надо Форт Мерсер? Да, надо. Давненько я уже туда никого не водил. Извините за прямоту, но порядочным людям там делать нечего. Порядочным. Кто сказал, что есть порядочным? Форт давно уже стоит заброшенный. Говорят, его построили в годы войны с Мексикой. Чтобы скакать, нужно постоянно на шифт нажимать, по-моему. Да, постоянно нужно, типа, ну, газовать кого-то. И, типа, пинать лошадку. Вы еще загляните в Армадилло, мистер Бартсон? Бартсон. Вряд ли, я не планирую. Куда-то там... Вернитесь к Джейку. Но Джейк медленно скачет. Кстати... Отправляйтесь туда. Кстати, в РД 2 можно просто следовать. Отправляйтесь. Что там есть время? Вроде про него слышал. Сказал, пришла телеграмма из Blackwater. Чинушки вылетели за ней. Что там в нее?
еще раз какое-то время мне нужно нажимать на шифт, чтобы он продолжал скакать, а не тормозил. Вы языком трепать не любите, да? Не люблю. Да я просто, чтобы не скучно было, так уж я устроен. Не принимайте близко к сердцу. Проверьте, есть вещи, которые лучше не знать. СРДР прикольно. Я понял, чем отличается вторая РДР от первой, конечно. Графикой. Вы не похожи на этих холщей. Потому что я не оттуда. Сказать по правде, я не питаю особой любви к этим городским пижонам. Совсем не питаю. Блэквотер и городом можно назвать большой натяжкой. Тут карта есть? Интересно. О, карта есть, прикиньте. Офигеть, карта есть. Все поскакали. Блэквотер и городом что-то я здесь почитал. Что, мы долго будем скакать-то? Станция Мерсер. А что самое забавное? Как будто бы RDR 2 на минималках. Если бы RDR 2 можно было бы минималок спустить, мне кажется, вообще на любых калькуляторах можно было. Да, их надо заводить как часы. Времена меняются, это точно. Времена меняются. Так, а что за друг, которого вы ждете? Это совершенно должно вас волновать. Не обижайтесь на мои вопросы, мистер Марсон. Просто мне кажется, что поездка... Смотри, тут труп на В. О, животные там же. Блин, я все начинаю думать, что RDR 2... Да. Просто я просто не посмотрел карту полностью. Как будто бы вот взяли за основу это все и даже ничего не рисовали сами. Просто сверху текстурки наклеили и все. Зачем что-то делать, когда уже есть все готово, правда? Форт Мерсер. В Ордере, по-моему, так... А, было, помню. Что же, мистер, вот это бывший Форт Мерсер. Теперь там обосновалась какая-то банда. Я так и понял. Здесь мы с вами прощаемся. Желаю вам приятно провести время. И всех расстрелять, да? Странно. Почему так сказал? Подъедьте к форту Боярду. Форт Боярд, будем играть. Крестик, там крестик горит. Билл, я пришел за тобой. Билл Уильямсон, покажи сию минуту. Прикиньте, они находятся где-то в другом месте вообще этого замка. Уходи, Джон, не вынуждай меня убивать тебя. Мы обойдемся без убийств, Билл. Ты думаешь, я что, вчера родился? Ты всегда считал меня идиотом. Неправда, Билл. Был мне как брат. Я хочу попытаться себя спасти. По-твоему, я нуждаюсь в спасении? Билл, пожалуйста. Они хотят убить нас всех. Я могу тебе помочь. Что-то раньше ты не рвался меня спасать. Только спасал сам себя. Билл. Я тебя заклинаю, одумайся. Заклинаю, что это? Заклинаешь? Ты всегда любил вырученные словечки. Что, вырученные? Времена изменились, Джон. Снова. Теперь я главный. Не Дач. И ты мне больше не указ. Удачи, знакомое имя. Заклинает он. Я тебе заклинаю вот что. Иди скажи им. Пусть в следующий раз пришлют кого-то повнушительнее. Так, да? Бедняга Джон. Хорошее начало игры, да?
Его что, убили? Зачем мы ехали на нем? Вообще скакали. Нас спасут женщина и охотник. И они пришли нас ограбить. Наверное, ограбить. Но не спасать же нас будут. О, женщина. Не, все-таки спасают, пытаются спасти. За руки, за ноги. На плечико и мужик потащил. Какой сильный. Да, конечно, забавно, что я не видел РДР обычный, вот этот. После него второй кажется не таким шедевральным. Знаете почему? Ну, типа, качество как будто... Видишь, совсем с другой стороны, как будто качество изменилось, знаете? Вот, а... это ведь, ну, переделка. Значит, изначально ничего хуже выглядит, чем сейчас. Значит, вы выжили. Кажется. Как себя чувствуете? Не могу подобрать приличного слова. Я могу глупость. Так мы здесь это называем. Чего вы добивались? Я совершил глупость. Ну, жить будете. Доктор сказал, самое страшное позади. Он вытащил пару дней назад. Что там, это хорошо. Взял с нас $15. Простите, мэм. Может, лучше бы я там умер? А вы хотели умереть? В этом все дело, поэтому отправились прямиком туда. Затеяли фигню со старшим бандитом, чтобы умереть, мистер? Мне, чтобы вас встретить и жениться на вас. Очень красивая леди. Бонни Макфарлен. А что? Я не хочу это больше выговаривать. Мисс Бонни, можно. Возможно, вы правы, мисс Бонни. Не знаю. Так чего вы добиваетесь? Я хотел дать мистеру Уильямсону шанс. По старой памяти. Вы знаете Билла Уильямсона? Знал его когда-то давно. Каким он был? Глупым. Совсем как вы. Спасибо, мисс. Вы не видели мою шляпу случайно? Видела. Она у меня в трусиках. Извините меня. И что вы будете делать теперь? Теперь я займусь им всерьез. Без оглядок на былую дружбу. Что звучит захватывающе, мистер Марсон. Настоящее геройство, как в бульварных романах, которыми зачинался, что там, ну что ж, мне пора, у меня много дел по хозяйству. Конечно, если вам нужно получше что-то, вы могли бы чуть позже помочь мне с обходом территории. Отработать часть денег, которые я за вас заплатил. Конечно, спасибо за то, что спасли мне жизнь. Прежде всего, мистер Марсон, я бы посоветовал вам не спешить с ней расставаться. Жизнь, имею в виду. Приму к сведению. Болтовни здесь, конечно, как всегда, много. Так вот, мы выходим, как всегда, даже ходит так же. Присоединитесь к Бонни. Пошли посмотрим, что люди вообще здесь делают там в РДР. Извини, мужик. Здорово, топор точишь. ВСД, что обходить? Логично, мы уже даже на коне проскакали. У меня спрашивают, что я буду делать. А ты говоришь, слышали, что в GTA 6 многие изда... Ух ты! Ни хрена себе неожиданность. Я думал, в этой части еще не сделали такое, чтобы заходить можно было во все двери. А что, во все прям можно зайти? В это тоже? Ебать, извините. Неожиданно. Я думал, тут нельзя в двери заходить. Уже тогда можно было? Или, может быть, они просто сделали сейчас, что можно заходить? Может быть, тогда нельзя было еще заходить, кто знает. Бегаем от квеста к квесту, значит, да. Смотрю, вы снова в мире живых. Да. Я подумал, что мне пора начинать возвращать тебе $15. Что ж, не будем тратить время. Лошадь уже оседлана. Идите за Бонни. Иду за Бонни. Короче, лошади уже запрягли. Места все-таки знакомы, кажется, да? Вот особенно после РДР. Реально все такое знакомое. Это контора бригадира, и там же мы запираем различных никчемных бандитов вроде вас. Меня вполне устраивает нынешний покой, мисс Макфарлен. Я выбрал для вас отличную лошадь. Садитесь на нее. Да, но я вам покажу кое-что. Сопровождайте Бонни. О, у меня пистолет с собой есть. Бонни, у нас есть будущее. У меня есть нож.
Что, мы поскакали и так и будем еле-еле ползти, Бонни? Столовиста, бэйби. Снова наш магазин, я сейчас застрелю. Вот и мы проверили, что будет, если стрельнуть просто так. Ну, кстати, стрельба другая. Какая-то топорная. Стрельба топорная вообще. Я случайно проверил, что будет дальше, извините. Ну что, катсцена с этого момента начинается? О, паркур есть в этой игре, офигеть. Да, здорово. Я не буду читать заново, потому что вы все это слышали и видели. Ну все, пойдем. Идем, у тебя пара рук, пара ног, и еще пара. Опа. А себе по курочке. Тихо, подруга. Курочка. Toy, как я классно стреляю по курочкам? Че, упал? Я курочку забыл. Вы знаете, куда направлять? Конечно. Вот тюрьма, смотрим. Невероятно. Все, давай, я готов. Пойдемте, вам пора посмотреть, что такое настоящее ранчо. Я тут уже всех перестрелял, пока ты выходила. Он сказал, не трать свои патроны. Как тебе такое? Они там что-то паникуют у вас, нервные какие-то здесь. А я всего себе на обед пару курочек пострелил. Это наш магазин, на случай, если вам понадобится что-то там. Сначала выплачу долг, а потом буду сорить деньгами. А на карте будет у вас отмечаться как-то? Мэм. На карте отметьте. Это наш загон для лошадей. Поймала, почему? Вы посмотрели, как обижаем мустанг. Уверена, городскому жителю понравилось бы это зрелище. Ой, она кричит, поспешите, а я тут чихаю, извините. Пришлось микрофон врубить. Постарайтесь не отставать. Да, конечно, куда я отстану? Я умею на что-то нажимать, но... Да, люди ёбнуты. Наша железнодорожная станция. Спасибо. Там может показаться, что... Говорит, мне некогда вас ждать, говорит. Ну, поскакали уже куда-нибудь, подруга. Управление, конечно, странное. Ух ты, какая, борется. Бодается. Ну чё, куда мы, подруга? Почему я должен за тобой скакать по железке? А лошади ноги себе не сломать, если мы по железке так скакать. А пыль. Ну, кстати, очень красивая лошадь. Наша конюшня, она поедала немало лютых зим. Я верю, вы утепляли их чем-нибудь. Надеюсь, вам понравилась эта экскурсия. Давайте немного передохнем, прежде чем снова ехать. Я не против. Привязать можно? Ля. Хм. Как в Ардейре. Идите к дому, Бонни. Идем. Я тут, ва. Не желаете ли промочить горло? Спасибо, мэм. Уже пулевое ранение, и за лошади выматывают. Надо перевести дух. Конечно, заходите. Покажу вам дом, а потом посидите немножко. Спасибо. У вас муж есть? Что у меня? Домой-то зовете просто так. Ничего не боитесь? Что, может быть... Фига себе, я сплю. Мистер Марстон, помните, я рассказал вам, что нас занимает скотокрады и подобные, да? Можете мне сегодня вечером покараулить территорию? Ладно. Я просто хочу выяснить то, что стоит на нашей земле. Спасибо. Неплохая винтовка. Идемте, нам пора. Это время суток, природа смотрится очень красиво. Нас на свидание позвали? Освещение, ну, я понял. В принципе, игра так и будет, как она будет в Ардере, просто немножко графика другая.
А мы на лошади поскачем? Я думал, мы так. Пойдемте, глядите оба и постарайтесь больше не лезть под пули. Кстати, RDR 2 считается единственной игрой в таком жанре, где, ну, обычно как герой развивается. Спасибо, мистер Марстон. Вдвоем делать обход повеселее. У меня успокаивает винтовка. Потому что ваша любовь к стрельбе, моя женская интуиция, удачное сочетание. Сочетание, да. Кстати, RDR 2, что я говорил, она единственная в своем роде, которая сюжет развивается, как обычно, типа, люди начинают бедными, становятся богатыми, да. Это RDR 2, она наоборот, типа... Герой начинает на пике своем, где он здоровый и все хорошо. А заканчивается все печально. Проклятие. Эти кролики опять достаем. Давайте избавимся от них раз и навсегда. Я ж по тебе всех перебил. Избавьтесь от кроликов, маза. Раз. Отлично, я снайпер. Я вам говорю, что я самый быстрый стрелок на Диком Западе. Че, я всех перестрелял, да? Спасибо, Марстон. Завтра на обед у нас будет тушеная крольчатина. Перезаряжать надо? О, надо, кстати. Братишка, ты че? Тихо-тихо. Заури-то, не бойся, ты. Все хорошо. Поедемте, обход еще только начинается. Нифига себе. Да. Еще не всех людей перебили. Всего лишь кроликов. Заниматься раньше дело хлопотное, может вам переехать в большой город, заделаться светской дамой. Смотрите, койоты. Поскакали койоты здесь. Здесь нет меткого глаза. Отлично, минус один. Минус два. Все? Я всех поймал? Не, не всех, где-то тут еще. Минус два. Тихо, тихо. Помазал, помазал, подруга. А что, они моих куриц стырят, да? Мистер Мартин, мистер Мартин. Блин, не вижу, где он. Вообще, кайф догоняется, подруга. Да, блять, ебаные управления животными. От кайдов мы избавились, жаль только не всех курс умели спасти. Дайте отведу вас к вашему дому. Вы по людям не будем стрелять? Жаль. Неплохо управлять с винтовкой. Не довелось прошло немного пострелять. Может, Билл Уильямсон, но и правда повезло. Дело вовсе не везение, мисс. Такого работника я на раньше много пользы точно. Но я не забыл о том, что вас к нам перевело. Постараемся вам помочь. Что, завалить тех, кто бригаду все? Подожди. Подожди, что-то никуда не туда скачет. Вам сюда, спасибо. Спасибо за помощь. Я даже не сожалею, что спасла вам жизнь. Поспите, утром еще поговорим. Это будет свое, это своя база, будем развивать ее. Смотрите игру, поспите на кровати в своем жилище. Сон занимает 6 часов. Вы также можете взять патроны из ящика в жилище. Спасибо. Они сами обновляются. Уровень меткого глаза. А он у меня был разве? Меткий глаз в игре в RDR по-другому работает. Так. Патроны взят. Фига себе, у меня тут висели. Сохранить игру — это поспать. Сохранить. Давай. Окей. Да. Пес поспал, да? Знаете, здесь рассвет, а здесь еще. Понял.
О, лагерь. Я подумал, откуда они лагерь взяли? Да, они долго не думали. Да, в лагере были взаимодействия, здесь нет взаимодействия. Ну, Б это, скорее всего, это задание наше следующее на Б. Здесь я смотрю эти задания, как в GTA-шках, да. Что, друзья, как вам игра? Нравится? Нравится вам приключения наших друзей? Забавно, конечно, выглядит. Забавно вернуться в RDR 1. Но, в принципе, как будто бы, да, взяли просто на старую карту, натянули вот. Ладно. Что, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик. Может, на соцсетки подписаться, на телеграм-канал обязательно. И, в общем, если вам нравится, не забудьте писать комментарий, что вам нравится. Всем счастья, здоровья, любви, всем побед, метких стрелков и пока-пока.